Привет, друзья, которые смотрят нас, начиная с этого момента. Благодарю вас за внимание. Мы начинаем сегодня шоу «Веры». Опять мы пришли к вам в дом, чтобы принести слово позитивное, объективное, слово, пришедшее из сердца Бога. На самом деле у Бога есть план для моей жизни и для вашей жизни. И этот план конкретизируется, когда вы начинаете постигать науку того, что Бог хочет для вас. Тогда вы сможете услышать голос Бога. Сегодня поговорим о том, как услышать голос Бога, как Он придет, очистит ваше сердце там изнутри, и вы узнаете, что делать, как себя вести. Короче, вы научитесь принимать решения, которые будут благословлять вашу жизнь. Затем доктор Суарес, он будет задавать людям на улице некоторые вопросы, и у вас появится возможность разрешить сомнения в отношении различных вопросов, касающихся Слова Божьего. Имеем также одну очень особую историю об освобождении, об ответе этому человеку, когда он оказался в очень сложной ситуации, потребовалась сила Бога. Он взмолился, призвал Бога, и Бог оттуда, с небес, смог ответить этому человеку, подтверждая для нас, что сегодня мы можем иметь ответ Бога, мы можем иметь указание от Бога, мы можем ожидать великих совершений от Бога. Затем мы все помолимся за всех людей, кто нуждается в поддержке, в силе Бога в их жизнях. Я вернусь сюда, в студию, сразу после молитвы веры. Итак, с этого момента служение доктора Суареса начинает шоу веры. Давайте посвятим Иисусу эти прекрасные аплодисменты. Наши последние встречи были очень благословенны. Бог дал нам доброе слово, продемонстрировал свою силу, и Он будет продолжать делать все это. Все, что нам необходимо делать, чтобы получить благословение, это понять, чего Бог от нас просит. В Псалме 91, в стихах с 14 по 16, мы видим инструкции, которые очень важны для нас. В стихе 14 Святой Дух использовал священного писателя, чтобы сказать следующее. Бог говорит: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». От Иоанна 14:21 Иисус сказал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Итак, согласно стиху, который мы только что прочли, мы должны возлюбить его искренне, всем сердцем, самозабвенно. Мы должны взять, что нам принадлежит, но не колеблясь. Да, я получу это, как Бог сказал мне. Если мы сделаем это искренне, всем сердцем, Он нас избавит, защищу его. Это будет духовная позиция, недосягаемая для врага. И почему? Потому что он познал имя мое. Итак, теперь объедините эти две вещи. Я должен исполнять заповеди самозабвенно. Как? В имени Господа. Когда я действую во имя Господа, я познаю силу этого имени, я заставляю это имя вступать в действие, Бог помещает меня в крепость, недосягаемую для нечистого. И что еще он говорит? Воззовет ко мне и услышу его. После того, как мы доказали, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, при любых трудностях Бог будет с вами. Избавлю его и прославлю его. Бог, у меня трудности. Я не сеял этого семени. Я не желал такого результата. Наоборот, я делал то, что верно, но, Господь, я делал это не полностью, а лишь частично. А теперь я хочу выполнить полностью, хочу сделать так, как велит Твое Слово. Итак, здесь сказано: с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Это обетование тем, кто верит, кто хочет побеждать во имя Господа Иисуса. Послание к евреям, глава 12, стих 1, говорится об облаке свидетелей, которым мы окружены. Написано так: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей того, что произошло, свергнем с себя всякое бремя
и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Итак, Бог предназначил нам поприще. Что это за поприще? Это битва за веру. И недостаточно лишь верить в Бога и говорить, что любите Господа. Если вы подверглись нападению любой формы зла, болеет ваше тело, проблема в ваших финансах, в вашем браке, проблема любого порядка, скажем, депрессия, вы должны бороться, как они боролись в прошлом, так как позади всего этого зла кроется рука лукавого. Бессмысленно закрывать глаза, закрывать уши и ждать, что все пройдет. Есть популярное выражение, гласящее, что время – лучшее лекарство. Все это неверно. Единственное лекарство, которое я знаю против нападения дьявола – это имя Иисуса. В час, когда вы воюете во имя Иисуса, вы побеждаете. Очень часто происходит так, что человек уже подчинился сложившейся ситуации, тогда дьявол уже управляет и будет искать другого, чтобы покончить с человеком. Но, доктор Суарес, как не избежать этого? Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Святой Дух сохранил слова, которые сошли с уст Господа Иисуса. И Он сказал следующим образом. «Я есть лоза, а вы ветви». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Нет, я сейчас читаю другой. Я начал чуть раньше, стих 4, я начал с него. «Я есть лоза, а вы ветви». Я начал с этого, а потом вернулся к 4. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Скоро я поговорю о 4, но я забегаю вперед. Как это я пребываю в Иисусе, Он во мне? Когда Его слова пребывают во мне, об этом в стихе 7, и я действую согласно Его слову, тогда мы едины. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Тогда я спрошу, вы можете проанализировать свою жизнь, приносите ли вы много плода? «Доктор Суарес, я хотел бы, но у меня не получается». Значит, вы не пребываете в Иисусе, и Его слова не в вас, так как это взаимосвязано. Когда ветвь, побег помещен на лозу, кто разбирается в этом, знает, что его прививают, приходит время плодоносить, спускаются цветы, появляется гроздь автоматически. Побегу не нужно прилагать усилия и заигрывать с лозой. «Не, ну я же на тебе, ты не будешь меня использовать, не лоза». «О, побег, плодоноси, я же тебя питаю». Нет, все автоматически. Если вы в Слове Божьем, а это сложно, нет, но люди не пребывают. У нас есть время для всего в этом мире, кроме как на чтение Библии. Есть время на все, кроме как на размышление над Словом Бога. Есть время на все, кроме как молиться таким образом, чтобы встретить Бога, чтобы разрешило бы нашу ситуацию. Когда человек хочет, то он побеждает, но со Словом Господа. Читая Библию, размышляя и подчиняясь Слову. Итак, вернемся сюда. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Если вы не пребываете, вы не можете делать ничего. Если вы не делаете ничего, на ваши молитвы не будет ответа. Вы запрещаете лукавому, он не убирается. Вы не пребываете в Иисусе, брат. Теперь перейдем к стиху 4. «Прибудьте во мне, и я в вас. Если вы прибудете в нем, он прибудет в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, у нее нет возможности. Никогда ветвь, отделенная от лозы, не принесет плода. Если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Нужно иметь обязательства перед Богом. «Мой Бог, я приму то, что Господь говорит мне. Я буду таким человеком, каким хочет Господь». В противном случае вы станете, возможно, постоянным посетителем церкви. Будете приходить лишь полировать лавку, заплатить десятину, дать приношение, обожать Бога, немного растрогаться, но не решите свою проблему. Брат мой, мы не можем согласиться, чтобы наша проблема не имела решения, так как мы окружены
большим облаком свидетельств. Мы окружены этим облаком. Что это за облако? Как я уже сказал вам в главе 11. Герои веры, сотворившие чудеса, другими словами. То, что они сделали, это Бог говорит, чтобы вы делали. В противном случае этого бы не было в Библии. Почему они достигли успеха? Потому что слушали слово, верили в слово, использовали слово. Я действовал. Я не могу этого сделать для вас, если вы отделены от меня. Бессмысленно кричать, ночь напролет зывая: «Но Бог, где же ты, Господь?» Господь Бог, я разделен. Итак, я соединюсь через слово, которое Господь дал мне, Господь во мне, и я знаю, что Господь будет меня использовать. Есть время обнимать и время уклоняться от объятий. Есть время копить силы и время использовать силу. Пока вы еще слабы, мне необходимо. Я молюсь, я ищу Господа. Я не хочу пасть, я не хочу поражения. Победа за мной. Дьявол проиграет сражение во имя Иисуса, и он приведет самые разные аргументы. Я не принимаю, я одержу победу. Почему? Потому что Господь сказал. И я уже окружен таким большим облаком свидетельств. И что же мне нужно делать? Вернемся к Евреям, глава 12. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя. Что лежит на мне бременем?» В последние дни я говорил о лукавстве в сердце. Если есть лукавство, Бог не действует. Брат мой, вы можете призывать, рыдать без остановки. Если в вашем сердце есть коварство, Бог не может действовать. Течение благословения Бога прекращается, оно остановлено, оно не может проникнуть. Нужно свергнуть всякое бремя. Что мы должны сделать, кроме как свергнуть бремя? Запинающий нас грех. Грех находится вокруг нас. Это сам демон, рычащий, подобно льву, пытаясь проникнуть в нашу жизнь. И он упорствует, упорствует, упорствует. Однажды вы беспечно не пошлете зверя вон, не запретите, и когда вы увидите, вы примете. Иисус сказал, что когда человек пристально смотрит на другого, не свою половинку, с нечистыми намерениями, он уже прелюбодействует. То есть вы уже беззащитны, он войдет, и не только в случае подобного греха, а при любом грехе. И тогда вы полностью отключаетесь от Бога. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить. Нельзя останавливаться, мы должны проходить, но в то же время без нетерпения. Проходить что? Предлежащие нам от веры поприще. Нет другого. Бог установил для нас с вами лишь одно, что мы должны прийти к Нему в вере. Без веры угодить Богу невозможно. Я пойду путем страданий, лишь расшибете лоб. Я пойду, даже не знаю, каким другим образом. Это не сработает. Нет, я буду проходить это поприще, которое мне предлежит. Я приду туда, идите и делайте с благословением Бога. И тогда Иисус выполнит слово в вашей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу за это. Теперь позвольте мне помолиться за вас. Отец, есть много людей, проигрывающих битву за жизнь, битву за святость, битву за процветание, битву за спасение, битву за божественное исцеление, битву за самореализацию, так как не слушают, Отец, что говорит Твое Слово. Когда мужчина или женщина, когда человек смотрит Твое Слово, и, о Бог, Господь видит его истинный интерес и озаряет его, и он верит в то откровение, которое Господь послал, тогда достаточно одного слова, Отец, чтобы этот человек получил избавление от своей проблемы. Независимо от того, на ком лежит вина за нее. О Бог, виноват весь мир. Но когда человек поднимается в вере во имя Иисуса, этот человек побеждает. И это то, что Господь хочет, чтобы произошло с этим человеком. Я знаю, о Бог, что меня сейчас смотрят миллионы. Нация нуждается в помощи. Отец, мы не проповедуем ни за, ни против религии. Мы не хотим об этом знать. Но мы мечтаем об истине.
и Твой Сын, мой Господь и Спаситель Иисус Христос, сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Отец, приведи мой народ к познанию истины. Отец, приведи всех тех людей, которые сейчас молятся со мной, к ясному пониманию того, что нужно делать. Бог, сколько людей обманутых! Над сколькими людьми дьявол насмехается! Сколько людей, мой Бог, совершают величайшие дела, чтобы получить расположение Господа, а Ты не просишь ничего этого. Господь просит лишь чистого сердца, несгибаемого духа, чтобы человек жил верой. О, мой Бог, я молюсь. Отец, я взываю из глубины своей души. Помоги этому человеку. У него должно получиться. Дай ему толчок веры. И он сможет это ради Твоей славы. Спасибо, Иисус. Святой Дух видит в домах этих людей, которые были на дне пропасти, людей, которые хотели совершить трагичное, спровоцировать трагедию. Теперь они прекратили, поняли. Отец, утри эти слезы. Отец, ответь этому сердцу. Каждое слово, сошедшее с твоих уст, не вернется к тебе тщетным, прежде чем выполнить то, ради чего Господь послал его. Это произойдет. Бог вас сейчас посещает. Рука всемогущего над вашей жизнью. Отец, коснись этого человека от макушки головы до подошвы стоп. Исцели от проблем со спиной. Исцели от семейных проблем, от финансовых проблем, от самой большой проблемы, которая вызывает все эти проблемы, от отдаления от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. О, слава Богу. Рука Бога протянута, друзья. Она имеет могущество, чтобы дать вам спешение. Не требуйте авансов. Получите то, что Бог открыл вам. Я не знаю, что это. Это то, что Он хочет делать в вашей жизни. И Он сделает во имя Иисуса. Можете быть в этом уверены. Переходим к истории из реальной жизни. В 2006-м Соня открыла школу в Кампо-Бом, в штате Рио-Гранди-ду-Сул. Я стала сотрудничать с одним человеком, и этот человек вскоре перестал работать с нами. И я осталась одна управлять школой. Дела со школой лишь ухудшались и ухудшались, потому что нам пришлось зачислять всех наших учеников нелегально. И я не знала, как разрешить эту ситуацию. Я влезла в долги, учащиеся школы со временем перестали платить, взбунтовались. Я стала отдаляться от детей, от моего мужа. И так я впала в глубокую депрессию и не хотела больше жить. Пришло время, что я сказал ей: «Соня, мы должны разрешить все это». Она хотела развестись. И однажды я пришла домой, и мой муж смотрел шоу «Веры». Я сказал: «Посмотри, как говорит этот пастор. Он не кричит, как другие пасторы. Смотри, как он спокойно говорит. Он учит. Каждую ночь новый урок». Это был первый раз, когда я пошла в церковь. Моя дочь пошла со мной. Когда я переступала порог церкви, она сказала мне: «Это церковь доктора Суареса». Я сказала: «Нет же, это не его церковь». И она сказала: «Это его. Видишь вывеску на двери церкви?» И так я пришла туда и даже не знала об этом. Вдруг она подошла ко мне и сказала: «Знаешь, я ходил в церковь, нашел веры». И я начала ходить на все проповеди. 3 недели спустя моя школа была закрыта. Я получила приказ прекратить учебную деятельность. Бог отвел меня в нужный момент, потому что я не знала, что я должна была делать, обладая теми небольшими знаниями, которые у меня были в тот момент.
Соня смогла назначить аудиенцию с президентом Государственного образовательного совета. И я пришла туда, знаете, пришла туда с открытым сердцем. Я сказала, все по-честному, понимаете, мне необходимо решение. Тогда она встала и сказала, там на соседней улице такой-то есть школа. И там они принимают детей из школы, которые были закрыты. Идите туда и поговорите с ними. Я видела, что в тот момент Бог коснулся ее сердца. Он помогал мне. Итак, Соня начинает сотрудничать с директором школы по рекомендации президента образовательного совета. Теперь я знаю, что он увидел Бога во мне и сказал мне, я обязательно помогу твоей школе. Он поехал в город, в котором я была целый год, и принял экзамены. Мои ученики сдали их и получили все сертификаты. Все начало вставать на свои места. И я сказала, Господь, я буду спонсировать ради школы, и размер спонсорских будет зависеть от числа поступивших учеников. Теперь она очень рада. Она гораздо, гораздо счастливее. С каждым разом все больше учеников поступает в мою школу, поэтому больше никогда у меня не было нехватки учеников. Я заплатила все счета, и теперь в моей жизни воцарилось благополучие. Больше не было депрессии, не было никаких проблем, все закончилось. Все, Бог забрал все с собой, бросил на дно моря. Теперь я наслаждаюсь жизнью. Когда появляются проблемы, я знаю, что у Бога уже есть решение. Я знаю, что я не одинока. Я больше никогда не была одинока. Больше не чувствовала одиночества. Бог мой друг. Святой Дух всегда со мной. И так он поступает со всеми, друзья. Я их глаза, а вы их нет. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, я хотела бы знать, какое объяснение вы можете дать из Библии об Иосифе, отце Иисуса? У меня нет никаких объяснений, сестра моя, так я знаю лишь, что он был плотником и больше ничего особенного. Некоторое объяснение все же дам, так как он считался отцом, но отцом Иисуса он не был, так как он был зачат делом и благодатью Святого Духа. Это Святой Дух снизошел на Деву Марию и посеял в ее чреве семя жизни, без участия Иосифа. Об этом в Матфея 25. Но после рождения Иисуса он был нормальным мужем своей жены, у него, у которого было 4 сына и несколько дочерей. Теперь я хочу, чтобы вы поднялись, а я хочу помолиться с вами. Я хочу воззвать к Богу вместе с вами. Брат мой, то, что вы сегодня услышали, это очень сильно. Это Бог тормошит вас. «Будь во мне», Иисус говорит, «я пребуду в тебе». Если ты не пребываешь во мне, я не могу пребывать в тебе. Росток должен быть взят и привит к лозе. А не лоза должна собраться и бежать, чтобы найти себе ветвь. Итак, пришло откровение, вы привиты к слову, это все. И дайте Богу теперь вас использовать. Клоните голову, закройте глаза. Отец, Господь позволил нам открыть секреты, которые герои веры имели в свою эпоху и которыми пользовались, и со всем этим твоя сила творила в изобилии. В нынешние дни мы видим тысячи и миллионы людей, находящихся в ситуациях труднейших, невозможных, но Бог, обратив внимание на твое слово, услышав то, что Господь говорил, эти люди привьются к лозе. Началось и так, о Бог, преобразование святой благодетели, жизнь будет преобразована. Ах, мой Бог, направление нам было уже задано, о Бог, начать жизнь заново, получая питание. Бог, и в этом процессе перерождения, преобразования, человек станет могущим в молитве. Мой Бог, разбудит того, кто глух к истине, кто слеп к истине, кто не понимает, что следует делать, у Бог, у того человека серьезнейшие проблемы. Тот мужчина напуган. Врач сказал, что у него серьезная проблема с простатой. О, отец, но Господь сильнее. Отец, Господь более могущественный. Итак, мы сейчас объединились в молитве, и мы разрушим эту власть лукавого. Мы потребуем ухода этого зла. Мы прикажем, и оно уберется прямо сейчас же.
Мы сделаем это ради твоей славы. Во имя Иисуса все зло выйди и больше не возвращайся. Мы вернулись сюда, в студию. Это очень важно. Когда вы услышали простое слово, но вы видите, что оно приносит результат, люди уже не могут сказать: «Взгляните, Бог меня благословляет». Теперь вопрос: почему это происходит с этими людьми? Почему не со мной и не с вами? Это наш ответ на слово Господа Бога, что приносит чудо, разница, то, в чем нуждаемся во имя Иисуса. Кто смотрит меня в первый раз и те, кто уже сопровождает эту программу ежедневно на этом канале, я спрашиваю: Бог уже говорил с вами, чтобы поддержать эту программу в эфире? И вы скажете: как это? Мы всегда говорим, что Бог призывает людей, не всех, призывает группу людей, которые называются спонсорами, людей, которые чувствуют призыв Бога и импульс от Бога, чтобы финансово поддержать эту программу. Благословение Бога бесплатно. Вы слушаете, и с вас за это ничего не требуют. Однако, если вы чувствуете от Бога, чтобы стать одним из этих людей, которые будут колоннами, чтобы поддержать эту программу в финансовом смысле, что вы должны делать? Свяжитесь с нами. Это наш телефон, что появился внизу вашего экрана, или по нашему имейлу. Вы скажете: я чувствую от Бога и хотел бы быть полезным этому делу. Если вы не почувствовали, пожалуйста, не нужно. Не пытайтесь купить благословение Бога, так как благословение Бога бесплатно. Если вы скажете: Давид Суарес, я хотел бы вашей поддержки и молитвы. Я переживаю трудности. Мне нужна помощь Бога. Я не знаю, что делать. Я запутался или запуталась. Я не знаю, кто меня смотрит в этот момент. Бог не Бог путаницы. Он хочет разъяснить эти сомнения, эту незащищенность, эту озабоченность, что вы переживаете в своей жизни. Итак, прямо сейчас позвоните нам или свяжитесь через email и получите молитву веры. И верьте, у Бога для вас есть больше. Хорошо? Подходим к заключительным секундам этой программы. Пусть будет мир в вашей жизни. До встречи во имя Иисуса.